Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Ну что, пойдем посмотрим, какие у нас ежедневные сегодня задания. Выиграйте игру безумным зомби-героем. Нанесите 30 единиц урона растениям-героям и уничтожьте 5 растений. Давай, наверное, мы вот это поменяем. Так, нанесите 300 единиц урона героям. Ребята, на соточку, на 100 кристаллов. Ну что, вы играете безумным зомби-героем. Я думаю, что это у нас будет... А кто у нас будет первым? Мне кажется, стоит, наверное, нам за разгром поиграть. Так что, друзья мои, поехали. Будем сейчас кому-то делать больно. А может быть, будут делать больно мне. Кто его знает? Сейчас посмотрим. Так, у нас Бонг Чой, друзья мои. Бонг Чой. Ну, как-то... Блин. Ладно. Кто у него здесь? Может быть. Да дофига кто. Привет, Рэй, давно не виделись. Кириллов, здравствуй. Давненько не виделись. Я не могу понять, что у меня опять с горлом, а? Постоянно как попьешь сладкого чая, ребят, начинается вот это вот... Бильберда. Комок в горле. Так, слушай, ну мне выпало это. Сейчас посмотрим. Мне кажется, он будет сейчас, наверное, здесь играть... Ну, если честно... Ну, если честно, не на это я рассчитывал. Давай скажем так. Блин, 4 в лицо, так не хочется получать. Ой, ребята, как не хочется мне 4 в лицо. Ну, 3, 3 уже в лицо. Ладно, у меня есть хилка. Если я поставлю этого парня сюда... Что он может сделать? Давай проверим, что он может сделать. Так, смотри. Ну, вот тут-то... Вот тут-то ты, парень, немножечко... Обознался. Так, 4,3. Это 7 в лицо. 10 хп у меня останется, да? 10 хп. Смотри, что он творит. Тогда у меня останется 8 хп, ребята. Такс, ну давай сюда поставим. А потом, ребята, вот этого выставим сюда, прям вот на лужачку. Если у него, конечно, нету бомбы, а если у него есть? Что тогда? Что тогда? Мы сейчас хиляемся в любом случае, нам другого ничего не остается. Поехали. Так, и у него 9 хп, да? У нас 8, у него 9. Вопрос в том, есть ли у него бомба, друзья мои. Вот в чем вопрос. Будем смотреть. Сюда, что ли, перемещает? Ну ладно, давай. Так, 6. Бонусную атаку. Вот это плохо, ребята. О, вот это очень плохо. Твою налево. Я не могу его подбить. К сожалению. К сожалению, друзья мои, я не могу его подбить. Если бы мне выпало немножечко другое, ну ты понял, да, о чем я говорю, который уничтожает любого за 5, тогда бы мы, возможно, выиграли бы. Ладно, не очень удачное начало, но тем не менее продолжаем, друзья мои.
Немножко карты не те выпали, и ландшафт всего лишь один. Так, нифига себе. Зубостезила, высший уровень. Ну, уже что-то, вот уже что-то, друзья мои. Плюс... Вот этот вот не в тему немножко выпал. Так, если я поставлю зомбота, он 100% сожрет ее, да? Проверим. Вот так вот, да, значит? Ну что ж, друзья мои. Пока я ничего здесь сделать не смогу. Две кукурузы, да, значит, он поставил. Хорошо. Будем смотреть. Так, ну одну мы отсюда уберем, само собой. Нечего здесь делать. Так. Погнали. Еще три в лицо, да, получается? Еще три в лицо. А у меня что? У меня получается... Ну, наверное... Ну, наверное, вот так вот. Ой, не нравится мне это все, друзья. Ой, не нравится... В блок, надеюсь. Угу. Так, это... Такс. Ну, если мы сделаем, к примеру, вот так вот. Сколько мы две у него энергии похищаем? Нет, одну. А, две. Две, ребят. Следующим пойдет, наверное, вот этот, вот, скорее всего. О, как даже, да? У него, друзья мои, была бонусная атака. Ну что, проверяем. Есть ли у него бомба или нету? Ну, у него бомбы нету, конечно, но все равно неприятно. Так, мы залечиваемся. Такс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Рэй, почему ты называешь шутника? Как я называю шутника? Не успел, ребят, прочитать. Как-то я его там называю. Тю-тю-тю-тю. Да, ребятушки, что-то как-то... Неужели у него есть бонусная атака, а? Угу. Погнали. Интересно, пробьет он мне здесь лицо или нет, ребят? Как думаете? Не пробил. Ну, здесь... Здесь есть ли смысл? Наверное, нету. Что будем делать? Друзья.
Давай сделаем следующее. Блин, он же пробьет. Он же пробьет. Давай сделаем вот так вот. И... вот так. Так, ребята, минус один на один по земле. Ну, по-моему, ему крышка, друзья. По-моему, ему хана. Ну, а что он хотел? Думаю, взял свою фигню эту и будет теперь крутым здесь. Или этот ландшафт здесь поставил, думаю, теперь деловой. Не, ничего подобного, ребят. Ничего подобного. Ну что, мы нанесли? Нанесли. Подожди, безумным, а... у нас что, разгром это не безумный? Получается, что разгром у нас не безумный герой, друзья. Ну кто опять? Ну опять Кириллов, наверное, да, ребят? Ну конечно, Кириллов. Кто у нас безумный? Мозговитые. Ну я же думал, что... так, вот это вот что? Это зверский, зверский и безумный. Ну значит, безумный, ребята, это бесенок получается, да? А это бесячество? Ты покажи мне класс хитрых, безумных. Ну да. Ну что, ребята, попробуем за нашего мелкого бесенка. Так, 46 уровень против 49. И не забывай, что у него... а если поменять? И вот здесь. Как нехорошо-то, а. Ну, давай попробуем так. Ну что, друзья мои, бобовые, как мы видим. Ну, поехали. Испытание через 6 минут. Какое испытание? О чем он говорит? Я не могу никак понять. О чем он там вообще говорит? Ну давай сделаю вот так вот. Угу. Капитан Боб, ой, Боб, капитан космический этот огурец, по-другому не назвать. Давай так попробуем. Серьезно? Это что за фокус? Не понял. Так. Хорошо. Хорошо, друзья мои. Ну, я так понимаю, что этот ему достался за счет огурца. По-другому и быть не может. Я тебя прекрасно понял, я тебя прекрасно понял. Что мы сделаем? Мы сделаем, наверное, следующим образом 5. Нет, лучше, наверное, вот так вот. Хилочка, да? Угу. Хилочка, друзья мои, хилочка. Так, ставим сюда. И сюда.
Погнали. Сейчас у него, правда, сработает броня. Он может сделать что? Заморозку. Но он делает немножко необдуманный ход. Необдуманный немножко ход. Так, ребята, смотрим дальше. Если мы с тобой поставим... А мы сделаем, наверное, вот так вот. Нормально будет? Я думаю, что это будет великолепно. И вот так еще сделаем. Угу, конечно. Этот будет заморожен у нас. Замораживаем его к чертовой бабушке. Так, сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Что тебе? Ну, он сейчас заморозку тратить не будет, ребят. Он заморозку тратить сейчас не будет. А вот я... А я, пожалуй, потрачу ракету. Давай в блок. Ну ладно, хорошо. Ты наивный, я не знаю, как кто, а? Ты наивный, как 3 рубля. Можно было, конечно, в лицо ударить, но так мы больше урона нанесем. Поехали. И в блок. Спасибо, роднуля. Пока я ничего не буду ставить. Блин, я же не хотел, ребят, я не хотел ставить. Твою налево. Я не хотел, друзья мои, ставить. Ну что, у меня есть ракета, у меня есть еще одна ракета. Я думаю, разберемся здесь. Так, этого бомбим. Нам нужно всего лишь 5 единиц урона, ребята. Блин, я немножко неправильно, конечно, сделал. Ай, как я неправильно сделал, друзья мои. В лицо? Давай в лицо. В любом случае нанесем 1 единицу урона, да? Только не замораживай его. Не замораживай его, пожалуйста. Ай. Ну что, 1 единичка урона, ребята. Если он сейчас вытащит хилку, это будет плохо. Или какую-нибудь броню, или защиту, или еще что-нибудь. Я не знаю, что он там навытаскивал. Так, задумался. Значит, у него... Да, есть. У него есть рикошет. Ну, что же. Все, ребят, хана мне, 4 и 2, 6. Вот этот охламон 100% от него выпал. Че он делает-то, блин? Или у него что-то есть, чего я не знаю.
Давай сделаем так. Сделаем вот так. И сделаем вот так. Гриб. Воу, понятно все. Понятно все. Если бы не вот это вот, если бы не это, мы бы выиграли. А так, проиграли, ладно. Сейчас отомстим, надеюсь. Надеюсь, у нас все получится, друзья. Так, а где мой телефон? Вопрос, вот он. Так. Поехали. Ну что, начинать? Не начинать? Ну давай начнем. Видишь, если бы не вот этот вот его, этот, как он называется-то? Капитан, ну ты понял, да, про которого капитана я говорю? Капитан Огурец. То все было бы намного лучше. Намного, ребята, лучше было бы. Гляди, что вытворяет, а, ребят. Ты гляди, что вытворяет. Нам придется его спрятать тогда, наверное, пока, на время. Где моя бочка, когда нужна? Ее нет никогда, ребят. У него наверняка есть заморозка или еще что-нибудь в этом роде. И должны быть бобовых. Очень много должно быть бобовых у него. Угу. И все, да? Поехали. 2,6,8. Ну, мне кажется, тут в блок ему пойдет удар. Да, и он может заморозить сейчас вот этого хмырёныша мелкого. Нет, он наносит урон. Ну давай так сделаем. А у меня выбора нет больше, ребят. Твою налево сейчас выставит, да? А, ну он в блок. В блок мне ударит. А я-то что сейчас сделаю? Мне тут ничего не сделать, друзья мои. На следующем ходу он меня распишет, скорее всего. Да не скорее всего, а распишет. Если бы, да, если бы, да, кабы. Или хотя бы здесь бы немножко было бы урона побольше. Ну, а так. А так все. У него уже один боб остался, он же его не выставил, нет. Он сейчас его выставляет, и этот наносит 2 единицы урона. А вон как еще. Бесполезно. Ребят, бесполезно. Когда нужна бочка, вот смотри.
Смотри внимательно. У меня вот для этого всегда взяты две бочки. Вот эти вот. Ты видел хотя бы одну бочку, чтобы она мне выпала? Нет? И я не видел. Потому что им плевать. Они дают так, как им нужно, а не как нужно тебе. Мне эта бочка, например, позарез нужна, чтобы всех наказать. Но нет. Сиди, как говорится, и молчи в тряпочку. Ну вот опять. Вот опять, друзья мои. Ничего нормального не дали. Первого хода нет у меня. Абсолютно. Второй ход есть, но он у меня просто в трубу, ребята, улетает, получается, да, если я выставляю этого мага. Он сейчас поставит еще один орех, который прокачается на 3-3. Понимаешь, да, о чем речь идет? Возможно, и у него еще есть орех. Это не исключено. А мне поставить нечего. Я сейчас, ребята, посмотрю кое-что. Ты мне хочешь сказать, что у тебя вот эти три ореха выпали? Сейчас, ребят, специально будет ждать время. Вытягивать время. Ну, я тоже подожду. Я специально не буду... Нет, я лучше сдамся просто. Короче, скатился на самое дно. С этим бесячеством непонятным. Давай кого-нибудь другого тогда выберем. Так, бесячество. Безумный, да? Давай попробуем за нашего танцора. За заразительную сальцу. Попробуем за него сейчас. Да что такое, что с горлом-то, ё-моё. Болит, болит, ребята. Так, слушай, ну пока вроде бы все неплохо. Единственное, что у нас тут наша вспышка. А чё он разгоняется, зачем? Зачем он, друзья мои, хочет разогнаться? Очень интересно. Давай я так сделаю. Хочу посмотреть, что... О, нормально выпало. Что нам тут может выпасть? Давай-ка глянем. Ну, в принципе, ребята, мумия — это уже хорошо. Так, едем дальше. Пока хватит. Ребята, я, наверное, здесь заморозку сделаю. Выпал мне пират. Но 31-й ранг.
Через 7 дней окончания лиги. Да я в курсе. Я в курсе. Так, он восстанавливает себе здоровье. У него есть 1-1 по земле. Нанести урон. Вот он. Не очень, конечно, хорошее, но что поделаешь. Давай сделаем так. И, наверное, еще вот так. Бобы. Ну почему ты постоянно бьешь в блок? Ты вот объясни мне. Ну этому крышка сейчас будет. Этому хана, потому что мы его уничтожим. Мы его, друзья мои, просто уничтожим. Если я сделаю, например, вот так. Плохо так делать. Мне нужно одну оставить. Короче, сделаем вот так вот. Ладно. Ух. Друзья мои, сделаем так. Блин, как лучше-то, наверное. Давай так сделаю. И вот так. Ему, естественно, эта мумия... А, вот он как делает. Поехали. Что у него там осталось? Ага. Ну что же, в блок, ребята, он бьет. Прекрасно. А теперь поехали. Так. И добивка. Заразительная сальца, ребята, здесь справилась. Даже очень неплохо, ребят, справилась. Есть. А теперь нам надо нанести 300 единиц урона героям. Ладно, у нас, ребята, есть еще ежедневные задания. Подожди, я тут... А. Точнее, не ежедневно, а геройские. Используйте 3 приема питомцев, пока смотритель зоопарка в игре. Так, это нам нужно играть за... смотритель зоопарка, это кто такой вообще? Это вот этот, по-моему, смотритель зоопарка, если я не ошибаюсь. Да, это именно он. И нам нужно сделать 3 приема, пока он находится... Пока он находится. Ну, давай попробуем. Правда, с моим везением, с таким. Выгулящих собак, кстати, можно уже убрать, ребят. Он нам не особо актуален. Да что там опять? Ну, кто? Неугомонные. Давай возьмем, наверное, с тобой так. Сделаем. У нас ландшафт есть? У нас есть. У нас 2 ландшафта. М-м-м-м-м.
Может, разгромщика взять? Фу, разгрома. Господи, Рэй. Показывают конец сезона. Да пускай показывают конец сезона. Чё ты вот... Это... Все, ребят, поехали. Значит, короче, когда у нас смотритель зоопарка находится на площадке, нам нужно с тобой сделать три приема. Любых. То есть там, я не знаю, бафнуть его или еще там что-нибудь. Ну, в общем, вот как-то так. Поехали. Ну, вот если я начну вот так. Допустим. Банан, да? И отсюда. Что он может... Так, опять банан свой, а? Так, друзья мои. Оу, еще одна кошатница. Ну, допустим. Ага, вот так вот. Вот так вот ты, значит, да? Давай посмотрим. Просто в хлам, ребята. Просто в хламину, блин. Буквально сколько? 4 действия сделал, да? Или 5? И все. И разнесли мы в хлам эту вспышечку. Такс. Ну, слушай, это уже неплохой вариантик здесь получается. Если мы ставим... Единственное, что сундук... Пропустим пока. Так, а он что может сделать с этим орехом? Да все, что хочешь. Все, что хочешь, он может сделать с этим орехом. Даже бонусную атаку. Даже так? Ну ладно, бомбочки он лишился. Бочка. Давай посмотрим, так. Ну, он уже догадался, да? Он уже, друзья мои, догадался. Чё тут к чему тут? Да у меня какая-то вообще непруха, друзья. Ну что это? Ну, поставлю ей. Ну и что, он бонусную атаку делает. Ой, не знаю я, друзья, что там будет. Давай так попробуем. Неужели бомба у него есть, а? У него и бомба есть, да, и все, я понял.
Давай так и так попробуем. Ну как же без огурца-то, а? Как же, друзья мои, без огурца? Я не знаю, кого мы сдуем сейчас. Бомбу сдули, просто с тобой сдули бомбу. Так, ребят, второй, смотрим второй. Хотел сказать второй шанс. Второй раз. Есть у него бомба или нету? Если есть, то все, хана. О, что делает? Ну почему, блин, зомбот-то не выпал? Ну, господи, ну... В блок? Хрен там в блок. Смотри, что творит. Смотри, что вытворяет, ребята. Провел меня, короче, да, на бомбе. Он, друзья, меня на бомбе провел. Ладно. Все, короче, не то, что надо сделал. Не то, что надо сделать, друзья. На бомбе, ребята, подловил. Уничтожил всех моих гаргантюашек. И, соответственно, тут мне ничего не оставалось делать, как откланяться. Блин, ну сам, слушай, ну меня больше интересует, почему смотритель зоопарка мне не выпадает. Он просто, ребята, мне не выпадает. Вообще. Ладно. Слушай, он позволит прокачаться моему коту? Хорошо. Давай сделаем так. Подожди, а с какого перепуга подсолнух у нас на воде ставится? Ребят, можно вопрос? Да. Кактус — это ерунда, ребят. Кактус — это ерунда. Кактус, мы с тобой, наверное, сейчас бомбанем. Вот так вот, да? Так. И вот так вот. Поехали. Ага. Пока пропустим. Вот здесь надо замораживать, друзья. Давай в блок.
Он боится, ребята, боится. Правильно делает. Так, что мы сделаем с тобой? Мы сделаем с тобой следующее. Вот это вот. В блок. Сдуй этот солнышко. Кого ж ты сдула-то, а? Радость ты моя. Твою налево, а? Значит, для этого он разгонялся, да? Ну, по-моему, все, ребят. Да? Да. Ну тут... Почему на воде вот это вот говно появилось, ребята? На воде он его поставил, блин. Я не понимаю, блин. Сколько перепуга он на воде стоит? На воду нельзя, он же должен стоять на ландшафте. Выгульщика собак я тоже не вижу, он мне не выпадает, ребят. Просто, может быть, я их убрал? Вот он. Наконец-то, друзья, появился. Так, ну его нужно беречь, потому что его легко завалить. Как быть? Пока даже не знаю, ребят. Ну давай так начнем. Выгульщик собак. Пока он у нас на площадке, мы должны сделать 5 приемов. Но этого сдуем мы сейчас. Пускай летит что-то и бабушке. Так. Не хочешь, да, его отпускать? Он его отпускать не хочет. У него бомба припасена, наверное, для меня. Ну а что же еще? Конечно, бомба, друзья мои. Что еще может быть в кармане у этого нехорошего человека, а? Десять хп. Вытягивай две карты. Вытягивай две карты. Давай сделаю вот так, наверное, пока. Сейчас охоту за ним устроит.
Этот ландшафт надо менять. Он, ребят, раздражает. Поехали. Так. Кого он, орех? Так, допустим. Так, ребят, ну тут ландшафт мы наверняка 100% нам надо ставить. И остается у него 2 хп. Неужели ничего нет у него, а, друзья мои? Ну, взял ты бомбочку. Так, взял ты этого. Дальше что? Блин, он мне его скинул. Ну так, сделаем тогда. Смотрим. Ну, переместил. Слушай, он заколебал, ребят. Все у него есть, блин, что чего не коснись, да, получается? Так. Ну, у него уже все забито. Ему только сюда ставить остается. Или что-то применять, ребят. Ты серьезно, блин? Я не знаю, ребята, у меня все, у меня нет слов, блин. Где видео про драконование? Да нету пока. Неужели сейчас у тебя, гад, что-нибудь найдется, а? Какая-нибудь бонусная атака, блин. Или бомба, блин. Или еще что-нибудь у тебя найдется, нет? Все, ребят, короче. Бомб у тебя, откуда столько бомб-то нахватал, блин, придурок, блин. Просто, ребята, нахватал целую орду бомб. Я охреневаю. Одна, вторая, третья, блин. И все время на перемещениях. Прикинь, как будто вот колода специально против меня. Что там?
Зачитали один прием, да? Я говорю, за заморозгой играть, это... Это не для меня, ребят. За заморозгой играть, это какой-то просто трешняк. Так, ночной колпак. Ладно. Ночной колпак. Даже не знаю, ну давай поставим так. Я знаю, что он сейчас будет свои грибы выставлять, скорее всего. Грибник несчастный, нет? Смотри-ка, он вот так вот потратился. Не пожалел, так сказать. Ягодный микс. Слушай, ягодный микс. Так, он что, собирается гриб сюда ставить, да? Я думаю, ты понимаешь, о каком грибе я говорю именно. Так, мне нужно три. Пока пропустим. Угу. Так, ну этот ландшафт я сейчас поменяю, ребят. Вот тут много у нас не побесится. Хотя у него этих ландшафтов может быть целая куча, да ведь? Заморозочку сделаем здесь. Поехали. Так. Че, два микса, что ли, фруктовых у него там? Нет. Ты посмотри, а? Набрал единичек, ребят. Поехали. Да, у меня, конечно, здоровья здесь мало остается. Но у него должны быть грибы, ребята, еще должны быть. Должно быть очень много у него грибов, по идее. Все на рикошетах, друзья мои, все на рикошетах. Так, ну что, следующим вот этот у нас тогда пойдет сейчас, друзья. Неужели у него и на него рикошет будет? Прикинь. О, все, ребят. Все подчистую потратил, но тем не менее заморозки у меня нету, да? Эх, ну тут хана, все. Какой же ты заморозка, я не знаю, вот как за тебя играть здесь можно, а? Ты проигрываешь любой команде практически. Друзья, напишите, у кого-нибудь есть, ну, у кого-нибудь заморозка вообще любимый персонаж есть, или это
Так, 6 часов 20... 6 дней 23 часа, ребята, заканчивается у нас событие. Это чтоб вы знали. Ну как вот можно, ребята, играть, если... Так, подожди. Ну, вообще-то, да, поставим так. Как можно за него играть, если он... Ну... Он... Вот именно эта колода, она зависимая, ребят. Одного убьешь, какого-нибудь, вот этого, и все, и... Больше нам нечем делать. Он встает в стенорех свой. Потом он будет за стенорехом со своим прикрываться. Ну давай так попробуем. Это 50-й ранг, ребята, этот вам не хухры-мухры. Он хочет разогнаться, да? Он хочет разогнаться. Так, ну у него наверняка и могилоед будет 100%. Если бы вот таких вот козлов было бы у меня 4 штуки, их можно было бы брать, ребят, с собой в команду. И было бы нам хорошо. Ну и что он делает? Кому? Куда он там? Ага. Давай смотреть. И есть ли у него могилоеды? Скорее всего, есть. Угу. Надеюсь, там никто-нибудь полезный. Отлично. Уже не знает, что делать, да? Уже и так, и сяк. Угу. Давай сделаем так. И пока хорош. Минус 1-1 по земле сделаем, да, получается. И... Сейчас посмотрим. Так, если зомби будут маленькими, спрятаться их на группе, они станут... Так, друзья мои. А что я этим сделал? Вот что я... Ладно, сейчас посмотрим. Блин, я думал, блок сработает. Сработал. Угу. Держи карман шире. Ты смотри, а, что это творит. Уничтожает зомби на земле, ребят. Значит, держится он за... Погнали. Так, и в лицо урон. Ну что, тут заморозка у нас. Пригодится.
Сейчас, как всегда, бомба, да, вылетит. Сейчас вылетит птичка. Так. Вот зомбот, вот выпади хоть раз мне, а? Вот выпади хоть раз. Вот ты заметь, да? Вот сколько играю, хоть бы раз, ребята, у него выпал бы зомбот. Нет. Короче, он меня достал. Я не буду, ребят, сейчас уже за него проходить эти. Я пошел за наших. За моих, точнее. Я хотя бы в 47-й этот ранг буду приходить. Надоело уже, ну серьезно. За него играть, блин. Это не игра, это говно полное. Че это за игра такая, когда получаешь звездюлей, блин, от каждого? Просто от каждого. Понимаешь? Ну давай ты, господи, лезь. Что ты там как... Так, ну что у нас тут получается? 23-й ранг нам дали. Так, Роза. Не надо. Вот этого, пожалуйста, мне не надо. Давай без своих выкрутасов. Тихо, 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 тихо. Все? Ну пропускай ход, ты больше ничего сделать не можешь. Господи, у тебя нет энергии. Ну что ты, блин, тупишь мне, а? Стоит, тупит. Ух. Мятный чай, ребята, мятный чаек. И вот сейчас будет сопли жевать, на кулак наматывать. Ребята, вы так и не написали мне по поводу стрима по ПВЗГ. Будем мы его делать или нет? М? Слушай, он что-то сдался. Причем так быстро. Ладно, Роза, здесь все нормально. Поехали дальше. Причем, смотри, я тебе хочу кое-что сказать. Вот, подожди. В этой колоде, по-моему, я кое-что не изменил. А, нет, все нормально. Да кто ж там опять? Опять Кириллов. Достанет меня, ребят. Он опять за свою заразительную сальцу играет. То есть он хочет найти, что ли? Блин, конечно, я взял себе карты. Я так понимаю, на ускорялках, наверное, будет играть. В танцорах. Может быть, а может и нет. Сейчас посмотрим. Я понял, на чем, ребят. На заклинашках Гаргантюа за 11 энергии. Так? Так. Именно так, ребята, он и будет играть. То есть, есть ли мне смысл этого ставить? Ну, давай, пускай потратит хотя бы. Пускай потратит свою эту. Одну из заклинашек. Так, потратил еще одну. Так, мне достается чеснок.
Не очень, конечно, ребята, радует. Угу. Ладно. Естественно, боится разогнаться. Ну, дать мне разгон. Само собой. Дурик с кукушкой, да? Давай так. Он все не угомонится, да? Куриные бега он тоже взял, интересно, или нет? Ты серьезно? Окей. Выбешивает. Но урон не нанесли, а у него там осталось, ребята, штук. Правильно, у него осталась капелька. У него осталась капелька. Ну давай посмотрим. Ну им же хана этим танцорам. А вот ты как. Угу. То есть хочет уничтожить, да? Ладно. Восемь в лицо, на. Так, ладно, ребят. Мне надо ранг повышать. 6 дней, 23 часа. Это тебе не шуточки, блин. Мало, мало остается времени. Всего лишь неделька. А мне, кстати, через 2 недельки, ребята, на работку надо выходить. Как не хочется. Если бы ты только знал, как не хочется. Ты, по-моему, знаешь, что Роза — это моя слабость. Роза не только твоя слабость, Роза для многих слабость. И я ничего не знаю, я просто играл за нее, и ты сделал вызов, и я начал за нее играть, все. Ну что там, кампейн? Давай, выбирай там что-нибудь. У меня, кстати, ребята, паршивая такая рука. 5, 3, 3. Что, он сдается, что ли? 43-й ранг, ребят. Мы даже не начали играть, он уже сдался. Однако. Ну-ка. Так, опять профессор. Слишком много, и часто очень много профессоров, ребята. Куриные бега, конечно, вот у профессора, которого есть, это бесявая заклинаха. Как по мне.
И вот то, что мне дают вот этот вот терновый куст, это тоже, ребят, для меня не очень хорошо. Так, начинается, короче, да? В общем, на заклинашках, да? Будет разыгрываться у нас тут все. Ну, я не знаю, ребята, 23 ранг, если он насмотрелся каких-то колод, это еще не факт то, что он их правильно разыграет. Потому что одно дело взять колоду и сыграть ей правильно, а другое дело посмотреть на нее, на эту колоду, набрать что-то типа, а как разыгрывать без понятия. Так что вот такие вот пирожочки. Но я все-таки склоняюсь, что он будет на заклинаниях, ребята, работать. Сейчас он попробует уничтожить моего маленького близнеца-подсонуха. Если у него есть призыв или заклинание, которое выставляет, по-моему, зомби 2-3, если не ошибаюсь, да? То его можно сюда. Или у него танцоры. Он тоже, видишь, разгон энергии делает. Угу. Стоит ли мне тратиться на него? Вот в чем вопрос. Танцоры, танцоры. Ну что это? Ну что это, друзья, такое? Ну что? Ну я прям не знаю. Я даже не знаю, если честно, кто там у него. Вот кто там у тебя, а? Шаман свою мишень? Так, Рейнер, читер, у него много кактусов. Да тут куда ни плюнь, блин, везде читерство одно. По-моему, ребята, мы ему сейчас бьем в блок, он набирает карт целую орду. Скорее всего, так будет все это выглядеть. Кириллов, то, что ты мне там говоришь, никнеймы, у кого-то много кактусов, это не факт в том, что он мне именно выпадет. Он может мне вообще никогда не попасться, этот игрок. Так что особо сильно тут обольщаться и не стоит. Ему выпала капелька? Ты серьезно? Набрал заклинание, ребята. Ну а что мне теперь делать? Вот, все-таки у него был зомби, ребята, 2-3. Ну, зомби за 2-3, я имею в виду. Так, сейчас блок же будет, да? И вот так вот мы сделаем. Ну и что мне от этого ландшафта толку? Да, с такими картами далеко уйдем. Такими, друзья мои, картами далеко уйдем.
Это что, блин, специально, что ли, так сделано, а? Похоже, друзья мои специально так сделали. Просто вылезло вот это говно здесь. И я ничего не могу сделать. То есть заклинание мое не сработает здесь. Но он прекрасно понимает, что на восьмом ходу я, возможно, поставлю вот это вот. Только не факт, что я доживу до этого момента, блин. Согласись. Еще и ботаники вылезли. Да ядрен матрен, ну. Да он пропустит ход, друзья мои. Он пропустит ход, он оставит для того, чтобы уничтожить мне моего Паттайю. Так все и будет. Вот попомни мои слова, смотри. Мне в любом случае здесь крышка, друзья. Уничтожат наши летучие мышки меня. Хотя... Подожди, я не понял. Погоди, погоди, а как? А куда у меня делся этот-то? Ребята, он что сделал? Он как Паттайю уничтожил? Бросил на нее один валун. Но она же наносит 3 единицы урона. А как он ее уничтожил-то? Я не... Что-то я не понял. Я просмотрел этот момент. Я серьезно говорю, я не понял, как он Паттайю уничтожил. Это жестко. Видишь, чем реже играешь в игру, чем реже играешь, тем скилл быстрее теряешь. Раньше играл практически каждый раз и знал примерно, какие колоды, от кого, что можно ожидать. Сейчас, ребята... Все немножко по-другому. Я так и не понял, откуда, как он мне уничтожил Паттайю. Ладно, давай сейчас об этом не думать. Последний бой, наверное, ребята, сейчас сыграем и будем закругляться. Подсолнух, если я поставлю, он его... Он, наверное, его шлепнет, да? Что он там может сделать? Сейчас посмотрим. Эй, хочешь пригласить друга? Это ютубер Краб. А зачем мне ютубер Краб? Вопрос. Слушай, я, наверное, пока ничего не буду делать. Тю-тю-тю, что же он задумал-то, а, друзья мои? Так, стоп. шаманство.
Так, поставил защиту себе, но не знаю, зачем. Чтобы вкусняшку, что ли, просто набрать? Ладно. Даже так. Еще и вот так. Хорошо. Так, этого минусуем. Да я думаю, что и этого тоже минусуем. Поехали. Грипп. Да, интересно. У него вирус. Друзья, у него вирус. В блок, да, бьем? Ну, конечно. Конечно же, ребята, бьем в блок. Куда еще он может бить? Пошел взрываться. Ну, правильно, он понял, что смертушка-то близка. Кто у него там может быть? Уже не имеет значения, ребята, потому что я сделаю вот так, наверное, и... И вот так. Сейчас посмотрим. Броня? Может быть, броня там у него? Нет. Не броня. Тогда крышка тебе, парень. Тогда тебе крышка. Если я сейчас еще поставлю одну Паттайю, а я ее выставлю, он ничего не сможет кастануть, ребят. Вообще ничего. Ну, все. Так, какой-то был шанс, а с двумя Паттайями это вообще, ребята, ноль. Просто ноль. Ты ничего не сделаешь. Ладно, давайте мы на сегодня, наверное, будем закругляться. И так много что-то просидел я. И я думаю, за 6 дней-то мы с вами добьем 40-й ранг, это во-первых. Ну и надеюсь, все-таки за заморозга как-нибудь завершим эти задания. Не знаю как, но будем стараться. А на сегодня все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.